Ха-ха-ха. Теперь надо загриферить какой-нибудь дом. Так, ищем. О! Я вижу дом. Пойдем его загриферим. Так, тут двери. Интересно, они заперты? Заперты. Как же нам пройти? Знаю. А, изи. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нетра, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой блок прозрачный, чтобы через него можно было проходить. Так, переключаем. Если, чтобы вы убедились, вот, я могу проходить. Просто. Тут не могу, потому что здесь стенка, а тут раз и вышел. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Отлетим куда-нибудь вот сюда. Я пишу команду. Взял, конечно, я у другого ютубера, я уже не помню его название, но взял у него. И, конечно же, я сам не мог додуматься. А он еще кого-нибудь ютубера взял. Так, пишем fill и ставим вот таких 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поставили. Теперь... Берем-ка мы вот так вот пишем Бо-о-ден. Бутон. Видите, мы получаем кнопку. Но если мы напишем 14, то мы можем получить, вернее, поставить вот такой вот блок. Это кнопка, но выглядит как дерево. Вот видите, и мы можем сквозь него проходить. Также мы можем сделать вот так. И пишем то же самое. Бутон. И возьмем, например, 23. А. Меньше 15. Ну, сейчас просто другое. Получили кнопку. И она стоит в воздухе, ребята. Смотрите, стоит в воздухе просто. Просто стоит в воздухе. Так, отключить надо дождь. Это мешает. А ну-ка сейчас попробуем на десяточку.
И также получаем кнопку. На другие абсолютно блоки нельзя. Тут ничего нету даже. Видите, кнопка просто висит в воздухе. И все. Можно только вот такое дерево. И вы думаете, что я его постоянно ставил? Вот так вот ставил, писал. Нет, я так не делал. Вот, например. Я вот встал сюда. Координаты записал. Так. Теперь подлетел вот сюда. Также записал. Теперь пишем. Так же самое. Фил. Вот эти уже штучки не ставим. А пишем координаты. 145 76 -6. И еще одни записываем. И также делаем. И делаем так. И у нас получается вот такая стенка. Можно еще наискосок. Вот, например, вот стою я вот здесь. Те же координаты, которые были. И лечу, например. Вот. Сейчас. Вот становлюсь вот сюда. Так. И пишем. Кстати, ссылка будет от этих команд в описании. Этой команды, вернее. Так, пишем. Фил. Можно любую сначала команду. Или снизу вверх, и сверху вниз. И у нас получается вот такое. Крыша, конечно же, просто мы падаем. И можем тут ходить спокойно. И вот мы вышли куда-то. Это такой лабиринт. Выберись. Так, ищем выход, ищем выход. Вот сюда пойдем. Ура! Мы нашли выход. Ну, если тебе понравилось мое видео, ставь лайк и подписывайся на канал. И не забывай, конечно же, нажимать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. С вами был Нетро. Всем удачного просмотра. Всем удачи и всем пока.